Сразу прошу прощения за плохое качество, потому что снимаю при плохом освещении. Ну вот у меня выделилось пару минут, чтобы снять это видео. И для чего оно вообще? Оно больше в тему будет о поговорить. Захотелось мне поговорить 2 минуточки с вами. Хочу поговорить опять про Makeup Академию Avon. Она для меня настолько крутая, это настолько классное открытие для меня, как для обычной девчонки, которая живет в обычном городе и, ну, в принципе, никогда не думала о том, чтобы начать учиться делать макияж, начать учиться делать прически и так далее и тому подобное. И вот в первом сезоне я начала учиться, и что интересно, и даже нашла себе моделей, которых я красила, и девочкам всегда все нравилось. В общем, все было настолько классно, я настолько вдохновилась этим, что и работа у меня пошла сразу вверх. А еще, ну, для мотивации ж надо что-то, да? Для мотивации это подарки. Подарки за домашние задания, были подарки в прямых эфирах. В первом сезоне я выиграла подарок за домашнее задание. Тогда выбирались победители не рандомно, а преподаватель выбирал лучшие работы, и моя работа попала в список лучших работ. Я получила классный набор косметики люкс, линейки люкс от Avon. Кстати, видео тест этой косметики у меня есть на канале. А сегодня я стала победителем в рандомном розыгрыше, и это для меня вообще, ну, я сама провожу такие конкурсы рандомные, я знаю, что там все честно, все нормально, но сама лично я побеждала один раз в таком рандомном конкурсе, чисто случайно, когда-то выиграла какое-то себе колье с сережками, да и в принципе, об этом никогда особо не задумывалась. А сегодня был последний пятый урок Makeup Академии, и я обратно, я становлюсь победителем рандомного розыгрыша в прямом эфире. В общем, я очень довольна. Получу в подарок свой любимый лак для волос от Avon. Он у меня еще есть, я еще им пользуюсь. Ну, в общем, я очень довольна, потому что это действительно продукт, который достойный внимания. И класс, 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 что я его выиграла. Теперь со следующим заказом он ко мне придет. И обязательно я сделаю фотоотчеты, видеоотчеты на этот продукт. Поделюсь с вами своими очередными подарками от компании Avon. Спасибо, компания Avon, что вы дарите нам подарки и тем самым даете нам, ну, чуть ли не веру в себя, веру в нашу работу. И, ну, не зря мы это делаем, значит. Значит, это кому-то нужно. И прям, да, сейчас я хочу прикрепить к этому видео сам розыгрыш, как он проходил, потому что это для меня, ну, вау, 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 я очень довольна. Мы решили немножко ускорить этот процесс, и чтобы не задерживать вас в итоге вебинара, да, потому что, ну, такая штука непредсказуемая, прямой эфир. Иногда начинаешь что-то делать, потом нервничаешь, думаешь, как же его сделать быстрее, нервничаешь еще больше, это как у нас с розыгрышами. Вот сейчас мы хотим тогда, значит, эту паузу заполнить и покажем вам список победителей, которые получат от нас подарок. Сейчас мы выберем... Сейчас мы откроем файл, в который сохранились все ваши ответы по викторине. У нас 118 ответов. В принципе, это соответствует тому, сколько у нас сейчас в прямом эфире. Я думаю, что те, кто сейчас выиграет подарки, все-таки дождутся этого. Итак, мы делаем следующим образом. Мы сохраняем файл в Excel. Так, у нас тут есть дубликаты. Некоторые участники по несколько раз отмечались. Не нужно этого делать, не переживайте, одного раза достаточно. Сначала мы этот список почистим, удалим дубликаты, а потом выгрузим в сервис random.org. А меня сейчас видно, да? Окей. Тогда, ну что, мы готовы показать розыгрыш? Вот, как я уже говорила, 118 ответов. Катя, мы попросим тебя там далеко не продвигаться, только зацепиться за этот гребешок, и мы сейчас вернемся к нашим участникам. Мы быстро проведем розыгрыш.
Да, удачи всем, я вижу в чате комментарии. Спасибо, участники, что вы нас поддерживаете. Тут даже есть предложение, может, крабиком зажать, а потом снять. Да все уже. Все уже, все получилось, уже все сложилось. Есть даже версія, що за той гачечок треба зробити ніби маленький хвостик і маленькою резиночкою так зафіксувати. Ні, майстер говорить, що ні, не так. Ну що, ми бачимо зараз екран, да? Random.org. Іра, так буде видно. Зараз ми виставимо, Давай вот да, так, так буде видно, чтобы да. именно было видно, как Зараз ми еще подведемо раз. итоги. Ну що, готові? Стартуємо. Удачи всем! Итак, ура! Наши победители. Суркова Ангелина Андреевна, Ластевка Марина Ярославовна, Грин Наталья Владимировна, Бобровникова Татьяна Валерьевна, Феденко Леся Николаевна. Поздравляем вас, вы наши победители. Пожалуйста, напишите в чат ваши номера счетов. Рада видеть в списке победителей наших активных студентов и победителей первого сезона. Ура, ура!